brother gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your. Привет всем, меня зовут Надежда Кулакова, и сегодня будет домашний влог. Сегодня я покажу вам все свои покупки, замотивирую на уборку и также покажу, как я опять глобально расхламилась. Для начала давайте подкрепимся. Я сегодня хочу приготовить кое-что новенькое. Я впервые буду готовить сосиски в тесте, но они будут необычные, они будут с начинкой из сыра. Честно признаюсь, конкретного рецепта у меня нет, я все готовлю на глаз, но мне кажется, это блюдо настолько простое, что каждая из вас тоже сможет такое повторить. Ну что ж, давайте приступать, но для начала я хочу вам продемонстрировать мой ветеран-коврик для выпечки из фикс-прайса. Ему, наверное, года 4, если не больше. Я на нем и резала, и выпекала, и раскатывала. Сравните, как он выглядит на фоне новенького. Я решила, что все, ему хватит, от него я избавляюсь, буду пользоваться новым. Итак, приступаем к рецепту. Вот столько у меня сосисок нашлось в холодильнике. Я нарезала сыр вот такими вот брусочками. Можно, конечно, сыр натереть на крупной терке, но мне кажется, что так начинять сосиски будет проблематичнее. И смотрите, та-да, что я достала. Помните, в одном из домашних влогов показывала вам вот такой вот пергамент с Wildberries. Очень он красивый, мне кажется, для фотографий и просто для эстетического удовольствия в готовке он идеален. А тут уже следующий этап готовки. В сосиски нужно поместить сыр. Сыр я нарезала слишком много. Но ничего, он не пропадет, просто так его съедим. Раскатываем тесто, у меня обычное магазинное дрожжевое, оно слоеное. И нарезаем его вот на такие вот полоски. Затем обворачиваем тестом наши сосиски с сыром, надеюсь, что у вас получится более аккуратно. Но я готовлю это блюдо впервые, так что как уж получилось. И вот такие красоточки у меня лежат. И на этом мы еще не закончили, давайте помажем сверху яйцом. И затем можно еще добавить кунжута. Кстати, если вдруг вы приготовите такие сосиски по моему рецепту, пожалуйста, пришлите мне фотографию в Телеграме, чтобы я порадовалась, что я вам подсказала такую вкусняшку. Ну а ссылку на мой Телеграм-канал я оставлю в описании под данным видео. А теперь отправляем наши сосиски в тесте в духовку, запекаем при 180 градусах примерно 30 минут. Ну и можно, конечно, ориентироваться на внешний вид, как только подрумянились, значит, можно доставать. Эти сосиски получились очень вкусными, так что беру этот рецепт на вооружение и буду еще готовить. А сейчас ваша любимая рубрика «Обзор покупок с Wildberries». Смотрите, у меня тут аж целых 5 пакетов, тут у меня одежда. И давайте я вам быстренько покажу, что же я заказала. Но для начала, честно вам признаюсь, что я всегда боюсь заказывать онлайн, потому что, не знаю, подойдет мне по размеру. Хоть я и читаю отзывы, там ориентируюсь на параметры, которые девочки указывают, но все равно страшновато, мало ли, как-то сядет не так. У всех все-таки фигуры разные. Но тут, сразу спойлер, мне повезло. Все... Абсолютно все вещи мне просто идеально подошли. Начну я, наверное, вот с этого платья, потому что, когда я его надела, я поняла, что это прям мое. И серьезно, в нем идеально все. И длина, и крой, и то, как все это сшито, и все ровные строчки, и как сидит. Девочки, я вам сейчас покажу, как это платье сидит на мне, и вы поймете, почему я в таком диком восторге от этого платьишка. Но для начала давайте я вам покажу, какие тут есть интересные детали. Ой, к сожалению, видео как-то показывает слишком светло, вот оно такое насыщенного черного цвета. Вот тут, смотрите, есть вот такие затяжки на рукавах, так что можно носить вот такие крылышки, я так называю такую модель рукава. И еще можно затянуть вот так, и будет вот такая интересная сборка. Не широкий рукав, а вот такой вот интересный закругленный. Но мне больше всего нравится с крылышками носить, так смотрится очень женственно. Еще мне нравится, что это платье можно носить и вот так вот, и спустить на плечи. Выглядит невероятно красиво. Вот название данного магазина, где я заказала. Этот производитель из России. Вот тут, кстати, можно ознакомиться с составом. У меня размер 44, я обычно ношу 42-44, вот 44 мне подошел отлично. Кстати, у продавца было представлено несколько цветов. Был не только черный, был бежевый, белый, голубой, розовый. Короче говоря, каждая модница себе такое платье сможет подобрать по вкусу. Следующая моя покупка тоже от этого же производителя. Это юбка белая, также в 44 размере.
И это юбка тренд. Сейчас, я уверена, многие из вас уже видели такие юбки. Они просто дико популярны. Это юбка баллон, по-моему, называется. Надеюсь, что я не ошибаюсь. И я прям очень-очень захотела себе такую же. Я вообще сейчас собираю себе базовый гардероб. Но вы знаете, что если даже вы собираете базу, нужно иметь хотя бы несколько акцентных вещей. Те, которые будут сейчас на пике популярности. И я решила в свой гардероб добавить вот такую интересную, необычную юбку. Давайте вам поближе покажу, как это все выглядит. Вот есть подкладка, все аккуратно сшито, прям вообще петелька к петельке, стежок к стежку. Сейчас покажу, как это выглядит на мне, и вы поймете, что такая юбочка точно должна быть в гардеробе каждой модницы. Следующая моя покупка от другого бренда, называется Present Perfect, надеюсь, что правильно произношу, вот тут есть информация, если вам интересно. Заказала я себе рубашку в черном цвете с длинным рукавом, она укороченная, изготовлена из хлопка, причем из такого хорошего хлопка, вот такие рубашки точно будут служить долго, верой и правдой. Заказала я в 44 размере и, как по мне, сидит просто идеально, такой небольшой оверсайз, можно эту рубашку носить и расстегнутой, и застегнутой. Идем с вами дальше, продолжаем собирать мне базовый гардероб. И следующий товар, следующая покупка, это вот такой лонгслив. Мне очень понравилось, что тут есть такая необычная интересная деталь, как корсет. По-моему, так называется. Хоть это и не жесткий корсет, все равно по фигуре сидит очень классно. Талию подчеркивает, девочки, просто огонь. Вот название бренда. И, кстати, этот бренд из России. Вот состав, если интересно. Я опять-таки заказала себе в 44 размере. Мне в этом лонгсливе нравится и изготовление, и посадка, и материал очень комфортный. Знаете, вот если с предыдущими вещами мне было легко определиться с выбором, то вот тут я выбирала очень долго и так вокруг ходила этого пиджака и эдак, но все-таки решила купить и сейчас понимаю, что это было верное решение. Я выбрала себе вот такой вот базовый пиджак серого цвета и вы только посмотрите, как он дорого выглядит. Я когда его надеваю, чувствую себя просто на миллион долларов. Вот название производителя, Present Perfect, опять покажу вам информацию, знаю, что многим это интересно. Заказала в размере 42, и он прям сел очень хорошо и по плечам, и по длине заканчивается где нужно. Я думаю, что такой пиджак можно надеть по любому случаю, можно на работу, на учебу, можно на встречу с друзьями накинуть поверх платья или какого-нибудь комбинезончика, чтобы не замерзнуть. Можно даже носить просто с юбкой, шортами. Короче говоря, вещь универсальная, тут главное проявить фантазию. И такая вещь станет просто базой гардероба, на которую всегда можно положиться. Не нужно будет ломать голову, что же надеть. Вот уже готовое решение есть. Ну а мы с вами идем дальше, настало время прибраться немножечко дома, начну я со спальни, тут нужно поменять постельное белье, также я хочу снять шарики, которые висят на стенке, потому что день рождения уже давно прошел, мне кажется, шарики тут уже не нужны. Помните, в прошлом влоге я вам показала покупки Сазон и там продемонстрировала две лежанки для наших котиков. И тогда у меня в комментариях попросили не только ссылки на эти лежанки, но еще и показать, как же котики в них спят. Вот сейчас кот наглядно демонстрирует, как ему эта лежанка нравится.
Итак, далее в магазин «Магнит». Покажу, что купили. Покупок немного, но мне кажется, будет интересно. На заднем фоне будет слышен хруст. Это пух у нас ужинает. Итак, что мы купили в «Магните»? «Магнит» обычный, не маленький, небольшой, просто рядом с домом. Взяла себе вот такой вот греческий йогурт 2%. Здесь много белка. Нет сахара, нет никаких лишних добавок. Также взяла точно такой же фирмы питьевой. Я вам эти йогурты уже показывала несколько раз. Дальше взяли мед. Сейчас самое время запасаться медом, ромашкой, шиповником для профилактики. Будем заваривать чай, пить с лимоном. А, кстати, лимон купить забыли. И с медом. Надо будет еще за лимоном сбегать. Моя любимая ветчина. Стоит она где-то рублей 150, наверное. Этот стоил 230, этот 60, этот 49. Озвучиваю цены, потому что вы говорили, что это интересно, чтобы сравнивать со своими ценами у себя в городе. Так вот, вот такая ветчина с индейкой от Империи Вкуса. Очень приятная и на вкус, и на состав она хорошая. Так что вот рекомендую попробовать. Я, наверное, уже второй год ее ем. Не каждый день, но довольно часто. Помню, что кто-то мне из зрителей писал, что, мол, она такая дико соленая и невкусная кому-то. Ну, не знаю, мне она нормальная. На бутерброды также просто ее режу, например, с кашей ем. Вообще очень нравится. Дальше молоко. Это Артему на кофе. Дальше авокадо. Надеюсь, что она спелая. Обычно вот этой фирмы Хас. Или это сорт? Это сорт, да, это сорт. Обычно они продаются спелые. Две штуки стоили, по-моему, 150 рублей. Сколько молоко стоит, не знаю, потому что набирала его не я, а Артем. Он взял два пакетика. Видимо, большой пакетик быстрее портится, так удобнее использовать. Дальше. Уже, наверное, в пятый или в шестой раз покупаю вот такое филе индейки в собственном соку. Тут мало калорий, нет никаких добавок лишних, вредных. Тут состав просто идеальный. Рекомендую попробовать, если вдруг давно хотели что-нибудь такое сытное, но без каких-либо вредностей. Я купила сразу две баночки. Дальше на бутерброды с авокадо взяла вот такой творожный сыр. Это мне знаменитый лист сладостей. Тоже уже много раз вам показывала. Вообще не вижу разницы, какие фруктовые пирожки покупать. Агуша, фрутоняня. Вообще, какие по акции, такие и беру. Так, по ценам. Вот эти по 55, по-моему, были. Это вроде сказала, сколько стоит. Этот по акции стоил 95. Бананы. Остатки. Они, в принципе, нормально выглядят, но пока что зеленоватые. Буквально пару дней они созреют. Еще следующая покупка – это творог. Этот Артем взял для себя. Я, честно признаюсь, вот такой зерновой не очень люблю. Я предпочитаю такой, который в брикете. Не знаю, почему мне больше нравится. Дальше Артем себе еще взял халапеньо. Еще один питьевой йогурт. И помидорки черри. Вот такие магнитовские в маленькой пачке довольно вкусные. Покупали уже много-много раз. А, и еще один творог. Вернее, йогурт. И все у нас это вышло на 1900. Так, скажите мне, пожалуйста, что я не одна такая сумасшедшая, кто на ночь глядя решил прибраться у себя в шкафу, в гардеробной, в какой-либо комнате. Уверена, что у вас тоже такое случается. Я вот сейчас зашла в гардеробную, увидела всю эту кучу. Вот здесь пакеты, которые я собиралась разобрать уже очень-очень давно, еще до отпуска. Но сейчас, наконец-то, ко мне пришло вдохновение, и у меня время есть. Спать совсем не хочется, так что давайте вместе вот приберемся. Согласитесь, вместе веселее. Для начала я хочу убрать вот такую вот сумку. Ее у меня оставила мама. Сюда, наверное, и сложу вещи, которые я отправлю в деревню. Здесь у меня лежат вещи, которые я хочу расхламить. Какие-то я хочу продать, какие-то хочу отправить в деревню. Некоторые, наверное, просто кому-то подарю. Я их уже давненько сложила в этот пакет. Например, вот буду сумочки продавать. Ну, сейчас вам покажу еще. Вот тут тоже вещи, которые нужно разобрать, расхламиться, перебрать, все посмотреть еще раз, потому что я все это складывала давненько. Наверное, пару недель это у меня все лежит. Это, например, я собираюсь отправить в деревню, потому что шумовка хорошая, она мне просто по размеру не подходит. Я купила, помните, чуть-чуть поменьше, чтобы она у меня нормально помещалась в кухонный органайзер. Тут еще одежды куча, тоже нужно будет расхламиться, разобраться. Так, здесь кое-что мне, по-моему, нужно зашить. Добрый вечер, пух.
Да, тут некоторые вещи нужно зашить, я их сейчас уберу, а остальные, которые мы тут скидали в спешке, развешу по местам. Вуаля, со стулом мы с вами разобрались, все отсюда убрали лишнее, кое-что повесила. Тут, наверное, тоже надо будет посмотреть, может быть, какие-то вещи уберу. Но вот из этого угла точно нужно будет убрать летние вещи. Хотя, знаете, у нас сегодня вот было плюс 24, и непонятно, убирать все летнее или нет. Вот у меня куча шортиков, я думаю, убирать или нет, потому что сегодня я ходила в шортах. Ну ладно, на этой неделе вроде бы обещают похолодание, уже будет плюс 15, плюс 16, так что вот, например, летнее платье, шорты, какие-нибудь другие платья, кофточки, рубашки легкие, наверное, будет уже нужно убирать. Тут у меня, я думаю, все так и останется, джинсы, футболки, которые я ношу круглогодично. Может быть, только укороченные уберу. Ладно, я насчет этого еще подумаю. Тоже вам продемонстрирую, как буду убирать летние вещи, летнюю обувь. Кстати, о летних вещах. У меня вот здесь... Ой, я же вам это вообще ничего не показала. Кошмар. Ну, просто такое время выдалось, что после того, как я отпраздновала день рождения, я прям очень-очень быстро уехала в отпуск. У меня совершенно не было времени вам показать некоторые вещи, которые я купила в отпуск. Давайте сейчас покажу. Ну да, согласна, немного странно показывать такое на ночь глядя. Ну вот что делать, я сова. У меня вот утром сил вообще нет, я вот утром встаю, и со мной вообще лучше не разговаривать. А под вечер, ближе к ночи, я такой адекватный человек и готова вот горы свернуть, например, прибираться. Купила я себе на Wildberries вот такую вот тунику. Походила, по-моему, раза два в отпуске. Очень комфортная, знаете, такая летящая, длинная, не в пол, но длинная. Единственное, что мне не очень понравилось, это вот длина рукава, она какая-то странная. Была бы подлиннее, что ли, было бы комфортнее. Ну ладно, все равно хорошенькая. Мне нравится, что тут есть кружево, здесь есть завязки. Покупала за сколько? За 700 или 800 рублей, уже не помню. Кстати, если нужны ссылки, тут еще есть кое-что для отпуска, то пишите в комментариях, я, конечно же, оставлю. Помимо черной туники, я заказала себе еще и белую. И вот сейчас заметила, что поставила тут затяжки. Да, ну надеюсь, что как-то можно это вытянуть, исправить, вроде бы не дырки. Ладно, посмотрим. Вот здесь рукав какой-то более удачный, он такой летящий, как крылышко. Тут также есть завязки, тут располагаются, и эта туника прям в пол. У меня рост 168, и она у меня просто по земле, по песку за мной волочилась. Ну, смотрелось это все равно красиво, но вот после первого же использования пришлось отстирывать. Следующая штучка для отпуска, которую я заказала, это вот такой вот лонгслив. С длинным рукавом. Он прозрачный вообще. Это как будто бы такая сеточка. Ну и сеточка есть. Она очень хорошо тянется. И этот лонгслив, вот эта такая накидочка, шла в комплекте с бикини. Ой, не знаю, показывать это, не показывать, как-то неловко. Ну давайте так, быстренько продемонстрирую. Немножко стесняюсь. Вот такой вот купальник, бикини. Вот это верх. И вот такой вот низ. Тоже все на Wildberries заказывала. У меня размер S. Тут все на завязочках, очень комфортная посадка. Только единственное, нужно было следить, чтобы это не развязалось. Это у меня был такой инцидент, случайно дернуло и чуть не осталось без низа. Так вот, вот это бикини шло в комплекте вот с такой вот накидочкой. Смотрится вместе очень-очень классно. Сначала, кстати, я заказала вот такой вот набор, потом подумала, что вот черный так хорошо на мне сидит. Дай-ка, думаю, закажу себе красный. Заказала не у этого же продавца, но я подумала, ну, невнимательно, короче, смотрела фотографии, подумала, что... Это точно такое же бикини, просто без накидки, но верх да. Но когда я увидела низ, я была в шоке. О, даже кот в шоке, слышите, как орёт? Короче говоря, это вот не стринги, но танго, по-моему, называется. Вот в этом было немножко неловко ходить, ну ладно, с накидкой было очень даже ничего. И загорать в таком, конечно же, тоже комфортно. Теперь кот ко мне пришел помогать, да? Нет, не хочешь помогать? Ладно, пусть гуляет. Вот это все у меня отправляется точно уже до следующего года, до следующего сезона. Наверное, в этом году я уже не буду купаться. Хотя, кто знает. Ну, короче говоря, этот пакетик у меня теперь максимально летний. Тут накидки, лонгслив и два купальника. Пока пусть тут лежат. Я буду, когда убирать все-все-все летние вещи, тогда уже вместе с этим и упакую. Так, давайте разбираться, что здесь. Здесь у меня вещи, от которых я хочу избавиться. Например, я сейчас на Авито выставила вот такую плойку. Она для афро-кудряшек, то есть кудряшки тут очень мелкие получаются. Я ею попользовалась, по-моему, раза 4, может быть, 5, не помню. Она классная, хорошо работает, то есть с ней все в порядке. Я ее продаю просто за ненадобностью. Ой, такой кусок шерсти валяется.
По-любому мне кто-нибудь напишет: Надя, фу, какой у тебя бардак. Да, представляете, у меня дома тоже бывает грязно, у меня бывает шерсть, пыль. Я обычный человек, у меня тоже бывает беспорядок. Но я все-таки стараюсь с этим справляться. Например, сейчас я разберу вот эти вещи, а завтра с удовольствием тут приберусь, пропылесошу и помою пол, так что грязи не будет. Итак, вернемся к плойке. Вот у нее такая фирма. По-моему, я ее покупала рублей за 800 или даже за 1000, может быть, даже дороже. Продаю ее намного дешевле, хотя с ней все в порядке, качество у нее хорошее, работает идеально. Просто вот она мне не нужна. Я решила оставить себе обычную плойку, которая толстая, мне с ней комфортнее. Мелкие кудряшки все-таки это очень долго на мою длину делать, поэтому я решила, что мне она не нужна. Пусть послужит кому-нибудь другому. Дальше, от чего я хочу избавиться, это вот такой вот конвертик, такой вот органайзер. Какое-то пятно здесь есть. Это органайзер из фикс-прайса, купленный, по-моему, в 2014 или 2015 году, когда мы впервые с Артемом поехали за границу, в Таиланд. Вот тогда я его купила для того, чтобы положить сюда загранпаспорта и билеты. Им, по-моему, я пользовалась раза 3 после этого. Сейчас я купила себе уже другой органайзер, он намного вместительнее, поэтому от этого я решила избавиться. Не знаю, просто на Авито выложить. Хотя что за рублей за 50, что ли, выкладывать? Не знаю, предложу сестре, может быть, племяннику пригодится. Так, дальше. Тут у меня осталась такая вот ленточка, по-моему, от букета. Тоже сестре отдам. Там для поделок что-нибудь будет. Так, здесь всякие мелочи из ленты. Там при какой-то покупке давали вот такие пакетики. Я тоже все не выбрасываю. И родители Артема тоже такие штучки собирают. Потом мне передают, а я передаю племянникам. Дальше еще хочу избавиться от вот такой вот корзинки. Конечно, очень красивая. По-моему, она у меня уже лет 7 или 8 покупала в магазине Метро. Она стоила диких денег на тот момент, 700 или 800 рублей. Но сейчас мне она не нужна, потому что у меня уже есть и черного цвета, и белого. А черный и белый для меня как-то больше сейчас подходит, чем вот такое розовое золото. Я сейчас к такому оттенку стала равнодушна, хотя мне раньше очень нравились детали интерьера именно в этом цвете, именно в розовом золоте. Но сейчас мне уже не хочется. Например, вот у меня есть корзинки белые. Вот так мне нравится. Также есть вот такая черная подвесная, тоже нравится. Вот, кстати, беленькие так поставила. А, и, кстати, спасибо вам большое за совет. Я вот поменяла по вашей рекомендации эти корзинки местами. Раньше у меня черненькая вот тут висела для всяких приспособлений для уборки шерсти. Тут тоже всякие мелочи. Выглядит как бардак, но все-таки тут порядок. Мы вот этими вещами пользуемся, так что вот так выглядит. И вот, у меня эта черная корзинка тут висела. Мне написали: Надь, поменяй местами, пусть белая с белым, а черная помести сюда. И действительно, так намного лучше. Сюда помещаются несколько шоперов, несколько сумочек. И тут тоже все компактно хранится. Идем с вами дальше. Что у меня в этом пакете? Повторюсь, вот от этой шумовки избавляюсь. Она хорошая, но просто мне не нужна. Также избавляюсь от двух вот таких вот вешалок. Это для юбок, для штанов, для брюк. У меня уже просто есть те, которые с деревянными вставочками, они мне нравятся больше. А вот эти я отправляю в деревню, ну или сестре предложу, там точно пригодится. Вот, кстати, какие у меня сейчас вешалки, они мне нравятся намного больше. Они как-то к моим белым вот этим плечиком больше подходят. Я их покупала в Галамарте, но сейчас, к сожалению, их в наличии нет, но я уверена, что всевозможные варианты можно найти на маркетплейсах, на Озоне или Wildberries. Идем с вами дальше. Следующее, чего избавляюсь, это вот такие кроссовки. Они смотрятся вполне себе еще неплохо. Но здесь на подошве есть уже трещины. От того, что я хожу очень много, вся моя обувь постоянно от этого страдает. А я хожу каждый день по 6, по 7 километров, иногда даже больше. Действительно, я делаю это каждый день, поэтому никакая обувь не выдерживает. Вот эту пару я отправлю в деревню. Ее вполне еще можно носить, просто не в мокрую погоду. Дальше еще с большим сожалением приходится избавляться от вот этого свитера. Если вы давно на меня подписаны, вы, наверное, вспомните его. Вы уж не обессудьте, что я на полу показываю. Мы же с вами тут все давно знакомы, так что можно и так по-домашнему. Так вот, есть у меня такой свитер, он у меня с Алиэкспресса, мне он нравится. Он действительно хороший, но, к сожалению, я его постирала с неподходящей температурой. Не видно, правда? На видео плохо видно, но вот эти пятна серые, они, к сожалению, не отстирываются. Я, конечно же, могла попробовать с каким-нибудь отбеливателем это сделать, но это такой материал, что свитер сядет или даже еще больше полиняет. Вот плохо видео передает, но он весь в серых пятнах. То есть это носить уже, к сожалению, нельзя. С большим сожалением избавляюсь от него. Вот, вот тут получше видно, видите? Пятно, пятно, пятно. И вот это не отстирывается. Как только я не пыталась, к сожалению, не отстирывается.
Так, дальше. Я недавно провела ревизию среди своих сумочек и решила, что вот это мне больше не нравится. Я с ним, по-моему, проходила 2 года. Помню, что столько комплиментов получала. Многим моим зрителям она понравилась. И да, она выглядит классно, форма у нее очень даже актуальная. Но мне почему-то уже она совершенно разонравилась, тем более здесь уже вот такие, смотрите, трещинки. Конечно, наверное, можно это отремонтировать, но я не хочу с этим возиться. И фурнитуру тоже покрасневшую можно заменить, но я не хочу. У меня есть сумочки, которые мне нравятся без каких-либо поправок. Поэтому я решила вот эту сумочку буквально там, рублей, не знаю, за 200, за 300 выложить на Авито. Может быть, кто-то заберет. Так она очень хорошая. Также выложу вот эту сумочку. Тоже уже она мне разонравилась. Вот если ее отмыть, вот эти края, то вполне себе очень даже хорошо будет. Она такая легкая, летняя, но все равно... Ой-ой-ой, все повалилось. Но все равно она вместительная. То есть все, что нужно, сюда помещалось. Есть несколько отделений. Вот такая сумочка. Здесь ничего не потерто, нет никаких дырок. Я носила аккуратно, даже еще фурнитура не покрасневшая, так что надеюсь, что ее заберут. Так, еще на Авито я хочу продать свой летний костюм, тоже заказанный как-то на AliExpress. Это вот такие шортики хлопковые, они с кармашками. Качество огонь. Я носила мало, так что это вообще можно продавать за такую же стоимость, как я и купила. Не знаю, за сколько буду продавать этот комплект. Он хороший, он действительно хороший, но просто я уже разлюбила его, он мне разонравился. Несмотря на то, что он до сих пор актуальный сейчас и в прошлом году, и думаю, в следующем году такое точно будут носить. Еще с большим сожалением, реально большим сожалением, буду избавляться от вот такого лонгслива. Помните, я вам показывала в покупках с Алиэкспресса. Так, вот такой вот лонгслив с зелеными рукавами, все в рубчик. Носила, по-моему, 3 или 4 раза. Но, к сожалению, поняла, что все-таки для меня размер маловат. Я это заметила, когда только примерила, думала, да привыкну, может быть, даже схудну. Но нет, все-таки носить некомфортно, так что решила, что продам, может быть, или кому-то предложу. К сожалению, перезаказать я не могу, там представлен только 1 размер. Если был бы больше, вообще 100% заказала бы на размер побольше. Идем дальше. Следующая вещь, от которой я избавляюсь, это вот такая вот юбочка. Тоже с AliExpress. Носила я ее мало, потому что... А, кстати, вот она с шортиками. Так что ничего не задерется, ничего видно не будет. Почему я ее редко носила? Потому что она выглядела не так, как на картинке. То есть на картинке это вот такая красивая, стильная, клетчатая юбка была. А в жизни это вот просто печать на ткани. Издалека может выглядеть хорошо, но вот вблизи мне не очень нравится. Так что тоже продам на Авито, как и вот такую вот теплую теннисную юбку. По-моему, теннисная такая называется. Она реально теплая, на осень, на зиму вообще очень комфортно будет. Я просто поняла, что уже, не знаю, ну не хочется мне такое носить. Хочется или обычную юбку, или обычные шорты без вот такой плиссировки. Думаю, что кому-то она точно понравится. Сейчас осенью будет актуально, так что тоже на Авито выложу. Так, дальше у меня идут вот такие вот бермуды, купленные в Фамилии, но это, по-моему, Бифри. Да, это Бифри, размер М. К сожалению, размер мне большеват. Ушивать я их не хочу, возиться тоже с этим не хочу, так что продаю. Надеюсь, что кому-то понравится. Так, что еще? А, ну тут у меня прям, знаете, такой классный комбинезон. Очень долго думала, продавать, не продавать, но он уж больно сильно официальный. Но так как я не хожу ни в офис, ни на учебу куда-то, мне такой официальный костюм совсем ни к чему. Может быть, кому-то пригодится другому. Вот тут вот такие вот есть замочки. Это такой сплошной комбинезончик. Материал очень плотный, есть карманы. На попе сидит просто отлично. И вот здесь вот такой вот верх. Сейчас на плечик повешу, чтобы было понятнее. Вот так выглядит верх. На запах, по-моему, называется. Ну, короче говоря, вот так наискосок. Выглядит очень эффектно. Сзади замочек. Я носила, наверное, 10 раз. Очень мне он раньше нравился, но сейчас мне ни к чему. Я уже совсем в другой стиль ударилась одежды, так что пусть кому-то настроение поднимет. Уверена, что его точно заберут. Еще один комбинезон. Вот такой вот длинный, длинный, длинный. Тут уже хлопок. Тоже есть кармашки, тут есть завязка, так что можно сделать талию. Тоже очень комфортный этот комбинезон. Но, к сожалению, уже рука не тянется, носить не хочется. А так он действительно очень хороший. Размер S, фирма... Ой, как бы показать, вот.
Качество хорошее, никаких недостатков нет. Так что вообще без зазрения совести можно продавать даже задорого. Ну, я, конечно же, буду продавать дешево, чтобы побыстрее избавиться, чтобы у меня это все место не занимало, так что буду продавать вообще за копейки. Да, тем временем гора растет и растет. Но тут у меня уже совсем чуть-чуть осталось. Так, еще я избавляюсь от вот такого вот топика. Я его купила, знаете, не глядя. Просто вышла из дома, было очень жарко. Я шла в футболке или даже в лонгсливе. Забежала в Глорию, без примерки взяла вот такой топик, чтобы просто переодеться и перестать жариться. Но он для меня все-таки коротковат. Это, наверное, для девчонок ростом, ну, 150-155, тогда будет вообще комфортно. А так я надела его один раз, то есть он в идеальном состоянии. Купила я его за 700 рублей, по-моему, да, 699, размер М. Дальше есть у меня еще вот такая вот бежевая в рубчик маечка, размер S, тоже очень хорошо по фигуре сидит. Это не хлопок, это синтетика, но не противная, вообще не скрипучая, и в ней не жарко. Так что тоже хорошая маечка. Еще вот такой топик есть, его я покупала, по-моему, да, в Фамилии. Размер L, все-таки для меня большеват, и тогда был великоват, и сейчас тоже. И я решила, что все уже, надо избавляться. А так вообще материал приятный, вот это уже хлопок. Смотрите, какая интересная текстура. Носила редко, так что вообще у меня вещи в хорошем состоянии. Ну и тут у меня осталось то неудачное платье в горошек. Помните, я вам показывала с Алиэкспресса, все-таки решила, что оно у меня лежит, буду продавать. А там вообще, наверное, рублей за 200, главное, чтобы забрали. Так, все, теперь со спокойной душой, со спокойной совестью вот это отправляю в деревню, вам же уже продемонстрировала. Мне кажется, вот такое расхламление все-таки многим интересно. Может быть, кто-то, вдохновившись моим примером, избавится от всего ненужного, продаст на Авито, отдаст, подарит или просто выкинет. Ну а вот этот пакетик у меня отправляется на Авито. Я отфоткаю завтра все вещи, выложу. Некоторые из них, по-моему, я уже выложила, да, но малую часть. Так что скоро они появятся на Авито. А, чуть не забыла. Давайте покажу вам еще чемодан, который купили в Фамилии. Стоил он 6500. И, кстати, он уже выглядит не новым, потому что нам в аэропорту в каком-то из вот так вот его поцарапали. Но ничего страшного, все равно он выжил. Он пережил 4 перелета, спокойно, хорошо себя чувствует. Вот фирма. Надеюсь, что это фирма. Вообще чемодан классный, мне понравился. Здесь мы теперь храним вещи для перелетов, какие-то органайзеры, пусть они тут и хранятся. Тут, кстати, есть замочек, но мы им не пользовались. Просто обматывали вот такой пленкой со всех сторон. И нормально доехал, почти не поцарапали. Пленку решила тоже оставить. Ее немного, но мне кажется, хватит еще на одно путешествие. И знаете, нужно уже наконец заняться вот этими коробками. Помните, я вам их показывала, как я там все размещала. Мне наконец-то уже спустя столько месяцев нужно приклеить наклейки и написать, что там внутри находится. Наклейки у меня уже давно есть. Но вот не доходили у меня до этого руки. А сейчас, вернее уже завтра, я все это сделаю. И вам, конечно же, тоже покажу. Знаете что, я думала, что я сегодня закончила, но нет, вон там под одеждой нашла еще одну сумочку, которую тоже хочу продать. С большим сожалением продаю, потому что она действительно очень классная. Качество тут огонь. Этой сумке, так, сколько лет? Ну, лет 8, наверное. Она все равно выглядит хорошо. Единственное, что плохо выглядит, это крепление, но я уверена, что их можно как-то поменять. Ой. Ну какая же все-таки она красивая, как я ее хотела. Купила очень дорого на те времена, когда еще была студенткой. Красавица. Ну вот это вот классика. Мне кажется, вот эта сумка просто классика и база. Но сейчас опять-таки мне под стиль не подходит, так что буду продавать. И внутри у меня есть еще пара сумочек. Вот такая вот маленькая. Она у меня была для дискотек, для выходов куда-нибудь на танцы, потому что ее повесил через плечо, и она не мешает. Тоже буду продавать. Ну, буквально, знаете, рублей за 100, наверное. Обычная сумочка. Не грязная, не порванная. Хорошая. За 100 рублей отдам. Дальше есть еще вот такая сумочка. Она то ли из Oriflame, то ли из Avon, не помню. Тоже сейчас мне уже не подойдет ни подо что. Тоже буду продавать. Тоже хорошо выглядит. Внутри этой сумки нашла еще ремешок. Это ремешок от вот этой сумки. Она шла в комплекте с двумя ремешочками, так что надо будет не забыть. И все. Осталось только вытряхнуть мусор. И все это можно уже выкладывать да продавать.
Итак, продолжаем уборку в гардеробную. Я нашла свои стикеры, которые заказала уже давно для вот этих вот коробок. Сейчас я снова посмотрю, что у меня там в этих коробках, потому что я уже все забыла, и буду здесь уже подписывать. И наконец-то мы перестанем уже путаться, что где лежит. Может быть, даже что-то и расхламлю из этих коробок. Например, я хочу продать на Авито вот эту штучку. Это подставка для ноутбука из Икеи. Мы ею раньше очень активно пользовались. Сейчас она нам не нужна, так что продам. И смотрите, что Пух сделал, пока я ужинала. Вот за что ты так пакет разорвал? Пух, а? А там ведь хранили... Ой, там ведь хранились вещи. И теперь этот пакет не получится использовать. Можно, конечно, заклеить, но зачем хранить такое? Придется выкинуть. Так, у меня тут случилось небольшое расхламление. Вот здесь есть некоторые вещи, которые я оставлю. Там картины, фотографии. А вот это я решила продать на Авито. Не знаю, буду эти листочки продавать, не буду. Но вот здесь очень много бумаги для акварели разного формата. Есть еще вот здесь. Так что я решила это тоже выложить. Почему бы нет? Может быть, кому-то пригодится. Да, это не новая бумага, но она чистая. Она у нас хранится уже много лет. И я считаю, что выкидывать ее не стоит. Просто там буквально рублей за 100-150 выложу на Авито. Может быть, кто-то заберет. Вот это нам тоже уже не надо. Тоже буду избавляться. И я вам тоже рекомендую, если вдруг у вас дома что-то завалялось, что вы считаете уже бесполезным, что вам точно не пригодится, просто выложите на Авито, вдруг кому-то это надо. Дальше еще от чего избавляюсь. Вот такие вот акварельные карандаши есть. Они действительно дорогие были на тот момент, когда покупались. Мы ими некоторое время пользовались, но сейчас я решила, что все. Раз... Пух решил поиграть. Раз мы ими не пользуемся, пусть они кому-нибудь послужат. Тоже буду продавать на Авито. Вот с этим я не знаю, что делать. Из разных стран я привозила газеты на разных языках. Вот есть у меня на английском, есть, по-моему, китайский, может быть, ошибаюсь, и есть на немецком. Не знаю, выкидывать, не выкидывать, как-то даже жалко. Может быть, кому-то пригодится, может, кому-то там для коллажей надо, или, может быть, для фотографий. Ну, тоже выложу, может быть, кто-то заберет. Наверное, даже просто за шоколадку выложу. Мне уже не надо. И еще. Пух, ты мне дашь снимать или не дашь снимать? И еще, наверное, старички моего канала вспомнят вот эти три картины. Я их распечатывала, когда мы еще жили на съемной квартире. Просто я хотела добавить каких-то таких интерьерных новогодних картин. И вот тогда распечатала. Качество печати тут прям очень плохое. Ну что делать? Я тогда, видимо, не нашла качественную картинку, ну то есть большого формата. Вот просто распечатала. В принципе, издалека выглядит очень даже ничего. Так вот, эти картины я точно уже использовать не буду. Не знаю, кому отдать. Может быть, кому-то из родственников предложить. Так выкидывать опять-таки как-то жалко. Или на Авито за шоколадку. Так-то распечатать их довольно дорого обходится, потому что это плотная бумага. И такой формат тоже, по-моему, дороже, чем обычная распечатка. Тем более, это цветная печать. По-моему, я рублей 300, если не больше, отдала за три картинки. Пух сегодня такой варвар, такой варвар. Все ломает, все рвет. Казалось бы, такой маленький милый котик. Ну вот какими делами занимается. Да, Пух? Все, я приступила к наклейкам. И первая наклейка у меня с надписью «Новый год», потому что тут все такое новогоднее. Тут у меня веночки, украшения, леденцы, игрушки и все такое для Нового года. По-моему, здесь ничего мне не нужно выкидывать, ничего избавляться не надо, потому что я в прошлом году, по-моему, в январе сделала расхламление, может быть, даже в декабре, уже не помню. Надеюсь, что здесь уже все нужное. Ну ладно, в декабре еще раз с вами разберем и покажу, может быть, от чего-то избавлюсь. Все готово. Первую надпись я приклеила. Мне нравится, что эти наклейки совсем практически не выделяются на фоне коробки. Мне именно так и надо было, чтобы никаких визуальных отвлечений, визуального шума тут не добавлялось. Все, одна коробка готова. Нужно идти дальше. Вторая коробка. Тут вообще какая-то смесь странная. Тут, например, есть вот такие вот сменные блоки для нашей машинки от Катышек. Тоже кое-что для Нового года.
надувная подушка для путешествий. Почему она тут, непонятно. Ну, судя по всему, на этой коробке надо будет написать пух. Да? Ты все тут жить остаешься. Так, здесь останутся вещи. Ай-яй-яй-яй. Вещи Артема. Так что я здесь напишу, что вещи Артема находятся тут. Пух, ты что такой? Ты что такой злой? Ты что такой злой? Ах, пушистый хулиган. Нашла еще одну коробку, которую подписала Новый год. Да, у меня их две. И смотрите, что я тут нашла. Совсем забыла, что декор к осени я хранила тоже тут же, вместе с новогодними вещами. Ой, вот такие тыковки у меня из Фикс Прайса. Это, по-моему, года 2 или 3 назад покупала. Эти в прошлом году свечки купила. Ой, они до сих пор вкусно пахнут. Так что давайте-ка сначала достанем тыковки, а потом уже будем все убирать. Вот такая красотка есть. Ой, вот это. Это с прошлого года. Очень красивая. Как раз сейчас уже пора по всему дому тыкву расставлять. Так что вообще очень вовремя я занялась разбором коробок. Пух, фу. Нельзя. Нельзя это есть. Ладно, покопаюсь еще. Ага, вот они. Еще одна у меня шкатулочка есть. Вот с такой вот тыковкой. Они, кстати, по-моему, до сих пор продаются. Не во всех фикс-прайсах, но некоторых я встречаю. Вот такая вот шкатулочка. Знаю, что кто-то такие шкатулки начал использовать как сахарницы. По-моему, вообще классная идея. Особенно сейчас, осенью, вообще идеально. В следующей коробке было все для праздников. Тут у меня свечки, подарочные пакеты, шарики, вот все такое. Бумага какая-то. Кстати, это все лежало в двух коробках, так что я решила объединить в одну, кое-что выброшу. Например, вот этот пакетик, опять-таки уже все, пришел в негодность, но он прослужил долго. Я в нем очень долго хранила все это, так что теперь это я выбрасываю. Так, это, наверное, тоже пригодится, это чтобы надувать фольгированные шарики. Так, пусть будет здесь, и из двух коробок буду перекладывать все в одну. Сюда же, в эту коробку, где все для праздника, я положила еще вот такие штучки. Это подставки под яйца пасхальные, купленные, по-моему, в ленте. Да, в ленте. Кое-что до 14 февраля. И вот такие яйца, которые, помните, я вам показывала, покупала в Фикс Прайсе, по-моему. И некоторые из них мне подруга помогала перекрашивать. Также тут есть свечи пасхальные из Пятерочки. Тоже много лет у меня уже. Еще вот такая подставка. Короче говоря, вот все, все для праздников теперь у меня тут. И подарочные пакеты, и упаковка, и вот такие вот растяжки, и шарики. Все. И вот здесь осталась полупустая коробка. Здесь у меня, помните, хранились тарелки, кружки, которые я покупала для того, чтобы перепродать на Авито. Я нахожу иногда интересные вещи в Фамиле. Например, вот такие вазы, тарелочки. Это икеевские, просто без штампика. Так, это один в один Икея. У меня дома точно такие же. Вот, я их перепродаю на Авито. Есть еще вот такие вазочки. У меня дома тоже одна такая остается. Вот это я попользовалась некоторое время. Решила, что мне все-таки больше нравятся вазы из стекла, а не из керамики. Поэтому продаю. Тоже уже выложила на Авито. И там же есть у меня вот такая звездочка, купленная в Синсее. Я тогда купила две. Одну себе оставила, вторую вот решила продать. Пока что еще не купили. Ой, чуть не оставила здесь вот эти веточки. Это тоже пасхальный декор. Тоже пусть тут хранится. Все, наконец-то я закончила, подписала все коробки, перебрала вещи. И смотрите, у меня одна коробка не подписана, все потому что она оказалась пустой, там пока ничего нет. Это все благодаря расхламлению, я избавилась от большого количества вещей, поэтому вот коробочка осталась. Но это недолго, я что-нибудь придумаю и положу туда что-нибудь нужное.